Если вы думаете, чем развлечь себя погожим осенним вечером, предлагаем принять участие в своеобразном квесте. Он появился в поселке Совхозном прибрежного сельского поселения благодаря разнообразию кубанской фауны. В лесопарковой зоне поселения с недавнего времени поселилась семья белок. Выследить хвостатых зверьков для местного населения стало своеобразной забавой. Вечером в парке, что расположен за стадионом имени Александра Кладя, царит умиротворение и покой. Мерный стук теннисного мяча, тихие прогулки, любители собак, шуршание листьев и осенние фотосессии. Настоящий спокойный семейный отдых на природе, не отходя далеко от городской суеты. Это место совсем недавно для своей жизни выбрала семья белок и сразу стало предметом бурного обсуждения у местных жителей. В администрации поселения такой интерес решили поощрить и превратили эту особенность в туристическую изюминку. Для новых обитателей в парке установили кормушки. Выполнил их местный умелец, а дизайн был найден в интернете. Привлекло в нем то, что приспособления крепятся, не причиняя травмы деревьям. На сегодня их пока три. Вот, но мы планируем не просто белочки, те, которые сегодня у нас живут, мы еще планируем закупить две семьи, вот, и весной их пустить еще к этим. Пока еще опыта нет, поэтому вот так вот. Идея жителей поддержана. Ну и, как вы сами видели, в парке у нас идет небольшое такое развитие, улучшение, там освещение планируем. Если вы собрались поехать и самостоятельно покормить белок, помните, что в их рационе орехи, каштаны, кукуруза и сухофрукты. Администрация поселения надеется, что затея вызовет отклик у людей, и белки смогут в сытости пережить наступающую зиму. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».